Мужчина копал эту пещеру 23 года. В 1985 году жена попросила супруга выкопать погреб для картошки под домом. В итоге он копал 23 года, а все потому, что в одной из ночей у него было то ли сон, то ли видение, в котором голос говорил: «Копай дальше, это не просто погреб». На протяжении всех 23 лет неоднократно предлагали ему в подарок разные инструменты, электро, пневмо, все что угодно, но он от всего отказывался, потому что он придерживался только ручному труду и делал все ручную. Эти рисунки не случайные. Какую форму придать этим рисункам он видел во сне и в своих видениях. А теперь цифры. Глубина 7 этажей вниз. Было вывезено 500 камазов грунта. Общая площадь пещеры 280 квадратных метров и 23 года труда.